Здравствуйте. Каким будет музыкальное лето Самары, где можно послушать живую музыку и оркестровые исполнения? Об этом говорим в нашей студии художественный руководитель, главный дирижер муниципального концертного духового оркестра Марк Коган. Марк Львович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, до того, как мы перейдем к летней программе, хотелось бы узнать у вас, какие воспоминания остались от лета до лета, что яркого произошло в жизни оркестра, может быть, даже вашей какой-то творческой жизни? Ну, так особо про себя ничего сказать не могу. Может быть, скорее всего, потому что каждый концерт оркестра, пока нет своей базы, это достаточно серьезные события, потому что подготовка, потому что поиски и солистов, и гастролеров, и поиски базы в конце концертного зала. И, конечно же, программы, которые мы играем и привозим, мы стараемся держать их на серьезном уровне. От чего я, собственно, личных никаких воспоминаний за прошедший год нет. Работа, все, работа. Вот в таком рабочем режиме. Да, потому что это ответственность, потому что есть с кем сравнить, потому что рядом мощные коллеги, скажем, в Саратове или в Нижнем Новгороде, которые мы делимся постоянно друг с другом своими впечатлениями, своими победами, не победами. Это происходит очень по-дружески. Я знаю, что не во всех творческих кругах происходит. Ну, у духовиков немножко другая, какое-то немножко братство более серьезное, завязано, видимо, все-таки и на психологии, и на физических затратах, которые у духовика есть. Да, и каждый дирижер, больших, несмотря на его заслуги, он тоже бывший духовик. Так или иначе, и поэтому идет понимание процесса и творческого, и физиологического одновременно. Вот. Но я хочу сказать, что и благодаря тому, что мы проводим фестиваль на сопках Манчжурии, и это будет в этом году 7-й фестиваль на сопках Манчжурии, 30 июня в Струковском саду, 18 часов, кажется, 18 начало. И это было в прошлом году, и позапрошлом году. И к нам приезжали Нижний Новгород, Оренбург, Ульяновск, так, кто-то еще у нас был, я сейчас всех, да. Всех не упомнишь, да, да. Но главное, да, что... Да, ну, иными словами, мы встречаемся и разговариваем, и делимся впечатлениями, и примерно везде одни и те же проблемы. Но, скажем, у губернаторского оркестра Нижнего Новгорода одни проблемы, когда согласна, состав 60 человек. У филармонического оркестра Саратова «Волга-бэнд», это самый, наверное, на Волге такой концертный, самый академичный оркестр, 60 человек. Свои проблемы. У муниципального концертного оркестра Самары 31 человек. Свои проблемы. Поэтому уровень, и это тоже добавляет, конечно, волнение. Не хочется ударить грязь лицом. Но программы, я могу вспомнить такие программы, как концерт замечательной певицы Советского музконцерта, нашей землячкой Ларисы Голдобиной, лауреат конкурса вокалистов в Испании. Серьезный конкурс. Прошмыгнул, все забыли. Была замечательная программа для детей, «Призвание музыка». Оно не совсем для детей, именно для детей, для учащихся, кто обучается музыке профессионально, чтобы немножко задержать их профессии. Вот вчера, занимаясь подготовкой фестиваля, там по разным причинам нам еще нужно несколько участников, и я услышал не очень хорошие вести из Ульяновска, из Ярославля. Почему я даже вспомнить не сразу смог, потому что вчера у меня была очень большая работа, и предстоит как раз, я только вчера переговорил, Пермь, Екатеринбург, Волгоград, везде проблемы. Нет музыкального вуза, есть проблема. Идет старение, молодежь не идет, зарплата не та, а профессия мужская в основном. Вы знаете, даже есть вот такая вещь, надеюсь, что меня коллеги музыканты не поругают, но есть такая вещь, как только вы видите в симфоническом оркестре, ну, не в обиду, упаси бог, практически одни женщины, знаете, что здесь происходит, здесь не все в порядке, в этом оркестре. Нет конкурса, а нет конкурса, нет уровня. И то же самое в духовых оркестрах. И вот эти коллеги мне жалуются. Люди уходят, люди стареют, а профессия вокалиста и духовика, она чисто физиологическая. Нет здоровья, нет дыхания.
Да, физическое. И все, и нет звука. И вместо звука идет кряхтение, которое очень хорошо для внуков на лужайке, на высоком берегу Волги, но никак не на сцене летнего театра в Самаре или концертного зала в филармонии. Так что я прошу не обижаться на меня, но это касается не только искусства, я вам замечу. Не будем вспоминать стройки века, не будем вспоминать сегодняшние стройки. Может, так по-другому. А давайте вспомним традиции. Когда зародилась традиция выступать оркестром на свежем воздухе, на открытых площадках в Самаре? Я думаю, что вы изучали эту историю. Да, да. И когда произошло такое возрождение? Когда к этому повернулись лицом? Да, да. Вообще, конечно, все идет с той самой поры, когда искусство и музыки, живописи, архитектуры изучалось в гимназиях, в лицеях, когда Самара заканчивалась на Полевой, а за Полевой были поля, естественно. Значит, и вот тогда это и зародилось, когда мы пытаемся возродить балы. Так. Вот. Не очень получается. Не очень. Знаете, как Жванецкий писал, да, говорит, снимается из старинной жизни, из дворянской жизни, ну, идет не так, жует не так, и манишки на нем не так. Примерно то же самое наш случай. Мы пытаемся, и причем с нами хореографы, которые понимают историю вопроса, которые относятся к пониманию к публике. Это должно быть с молодых ногтей. Любовь к искусству и так далее. Но надо, ну хорошо, все уже прошло, что-то кончилось, что-то безвозвратно, увы. Теперь я с высоты какого-то опыта могу сказать, что что-то и безвозвратно. Но, слава богу, начало в 20-х годах, в конце 20-х годов, в том числе и в Самаре. Сначала это по приказу какой-то военный оркестр играл. Это мы вернемся к вопросу о штабс-капитане Шатрове, который написал вальс «На сопках Манжори». С ним была примерно та же история. Он 20 лет сидел тихо, чтобы никто, не дай бог, не узнал, что он был военным капельмейстером царской армии. И это коснулось всех, кто-то написал «Макс Кюс», «Амурские волны», как же его, Дрезден, который написал «Вальс Березка». Они все были капельмейстерами, они все были из дворянского сословия. Нет, они из дворянского, из мещанского. Мещанского или купеческого сословия. Или вообще были иноверцы, что-то в царской России. Это было вообще равносильно, так сказать, самоубийству. И тем не менее, вот это начало разворачиваться в ту сторону, что народ... Новая популяция под названием «Советский народ» тоже оказывается народ, которому тоже нужна музыка и нужна живопись. И, видимо, начали открываться музеи, стали появляться выставки. И вот «Искусство Лев» — это что, вот 28-29 год. Дальше у меня большой-большой провал в памяти, но когда здесь появился... В моих познаниях, вернее, провал. Когда здесь появился штаб округа, был оркестр штаба округа, который просуществовал, по-моему, до 1997 года. Это был один из лучших коллективов Советского Союза военных оркестров и гражданских тоже. Вот это был... Не все это... Уже немногие это даже помнят, но у меня в нас в оркестре работают коллеги, которые когда-то служили в этом оркестре, и это опора. Это творческая опора, что в концертной деятельности, что в плацконцертах, что во всем. Именно опыт, именно культура звука и так далее. Далее был, в военное время здесь было много всего всякого, и Большой театр, и симфонический оркестр «Самосуда», и Большого театра. Когда прозвучала знаменитая симфония Шостаковича. Но тогда было в этом плане, о том, о чем мы говорим, о парках, был некий провал. И это понятно. Потому что музыканты, в том числе военные, были заняты в том числе и не только музыкой. А вот после войны, в 50-х годов, видимо, по договоренности администрации города, тогда это назывался Совет народных депутатов, городской совет, районный совет, областной совет, оркестр МВД, который находился прямо напротив парка Струковского, и сейчас находится, только называется по-другому, начал там играть. И это вызвало такую волну энтузиазма. Мы говорим о Самаре, но эта картина практически была везде. Я родом из Костромы, я все это вижу и помню. Это был, конечно, вот где-то 55-56 год, когда мы с родителями гуляли по этому парку на берегу Волги, под бывшим памятником Александру, сейчас Ленину. Та же история, что в Самаре. Ничего нового нет. Под этим небом играет армейский духовой оркестр, и публика просто блаженствует.
не дворянская уже публика, другая публика, но людям нужно то же самое, конечно, что вообще нужно людям. Иными словами, и потихоньку, полигоньку я уже начал здесь работать. Я сам занимался инструментовкой, я сам занимался там различными составами. То есть есть такой состав, делаешь для этого. Есть такой состав, делаешь бы. Есть хороший состав, покупаешь бы готовые ноты. Вот, и этот оркестр, спасибо ему огромное, еще, как сейчас помню, подполковник Демидов, который лично дирижировал и курировал, и, видимо, его руководство к этому отнеслось очень хорошо. Это был единственный парк, где они работали. Потом они начали загородно работать, потом это все кончилось, ушел хороший начальник, видимо, но тут уже мы созрели. Это был 85-й год, и группа музыкантов симфонического оркестра духовиков, ноты были у нас, и мы сделали состав, я переговорил с дирекцией парка, они сказали, конечно, конечно. Потом власть городская тоже обратила на нас внимание, тогда управление культуры. И вот с этого момента мы играем, а с 92-го года мы стали муниципальным предприятием, потом предприятие хватило, слава богу, мудрости сделать это учреждением, которое может не зависеть от работодателя. Есть работа, есть заработок, есть музыка. Нет заработка, все стоит. Это откатывание назад. Да. Это не есть деятельность. Я ответил на ваш вопрос. Да, очень подробно. А сегодня кто ваша публика? Вот вы выступаете и видите. Кто слушайте, собирается? Слушайте, вот, дорогая моя, интересно. Я чувствую, вы здорово подготовились. Это именно те самые вопросы, которые мучили изначально и продолжают. Нет решения. Почему, я вам объясню. Струковский сад после долгого ремонта открылся реформированный летний театр. Летний театр, прекрасная акустика. Даже она может быть чуть хуже, чем была, но она все равно на достойном уровне. Ну, вы знаете, что этот проект этого театра привез директор филармонии, когда-то был худрук, композитор Марк Викторович Блюмин. Привез с Рижского взморья. Увидел это Юрмальский этот театр. Принес сюда и убедил руководство города, что в Самаре, на набережной, в парке это нужно. Так. И сделали, но не копию, 100%, примерно 75%. Ну, конечно, сейчас пока нет кресел тех, которые стоят постоянно в том театре Юрмальском. Есть временные какие-то лавочки. Ну, по крайней мере, шансов сделать из этого летний театр, концертный зал, из летнего театра концертный зал, достаточно много. И вот мы даем там концерты, публика немножко сидит далеко, и мы даем истинно концертную программу, не танцевальную. Хотя, видя, что сзади люди танцуют под условную, там, не знаю, увертюру «Зуппы», утро, обед и вечер в Вене, они танцуют под эту увертюру. Зал слушает, условно, там 200 человек, а человек 20 там за задними рядами танцует. Я, будучи ведущим концерта иногда, я говорю, друзья, если вам нравится двигаться, танцуйте ради бога, да хоть под партиту Баха. Это вовсе не вопрос. Но задача, когда ко мне подходит, причем выкрики зала, хватит Баха, условно, вот так, Баха, вот. Хватит, там, Мурку давай. Абсолютно реальная вещь, ничего не придумал. Кроме Мурку иногда заменяют цыганочка, но очень редко. В основном Мурку просят. Это радио «Шансон» по работе называется. Да. Гендель еще сказал, что люди любят то, чему могут отбивать ритм, такт, кстати. Поэтому когда часто... под классику, наверное, вот под всю, да, можно отбить, под... да, поэтому вот какое-то, наверное, вот это да, вот да, идет. Да, наверное, вот да. Это, да, да, ну, да. Мудрый Георг Фридрих Гендель. Да, вот поэтому. Вот. Да, и я отвечаю, друзья мои, у нас вот мое расписание программы. Премьера и ретро. Концертная и танцевальная программа. Это 2019 год. Нашего оркестра и группа «Джаз Вояж». Мы работаем вместе. Струковский сад. Концертные программы. Он так называется. Концертные и танцевальные. Струковский сад. Летний театр. Концертные программы. Парк имени 50-летия. Это «Металлург». Парк Победы. Это танцевальные программы. Набережные. Концертные программы. И все равно... Если публика, которая слушает, она достаточно деликатна, она слушает и, как говорится, не мешает никому танцевать, то танцоры, они немножко более агрессивные. Они, ну, это, видимо, возраст, это, видимо, такое, как, типа, вдруг что-то поплясать не успею, потом жалеть на гробовой доске буду. Потом, ну-ка, подвинься, дай-ка мне тут попляж. А на набережной мы вообще с публикой стоим
Там нет сцены, мы сидим под ярмарочным спуском, и вот по центральной улице идут люди, они останавливаются, молодые, с детьми, и они стоят рядом с нами, и моментально мы ухватываем их реакцию. И работать там одно удовольствие. Идет такая бесовка, идет... Причем, когда плохо, могут там и, ну, и не похлопать. Ну, сразу ясно, что это... Ну, просто вот последний концерт был, ну, да он и не один, строго говоря. Когда мы... На следующий день мы работаем в парке. Почти ту же программу. 5-4 пьесы прошло. На пятую только, я чувствую, зал начал отдаваться. А зал-то далеко. Люди-то от нас далеко. И понять невозможно. Понятно. А как важно музыканту, да, понимать реакцию. Очень важно. И я потом вспомнил Ираклия Андроникова, его рассказы знаменитые в Большом зале филармонии Санкт-Петербургской. Он когда говорил, я нахожу в зале глаза. Я думаю, точно, надо найти глаза. Думаю, там же есть кто-то, кто пришел. Хотя вот парадоксально, что дирижер всегда спиной к публике стоит, но он чувствует, мне кажется, даже спиной эту вот реакцию. А вы знаете, это когда поворачиваешься поклониться, или особенно как ведущий я разговариваю. Причем, если я играю, когда я дирижирую, то, что я репетировал, то, что я попросил, и все сделано, вы меня ничем не свернете, что это было что-то не так. Никакой вашей реакции приемом. Но когда я говорю, не будучи профессиональным ведущим, я понимаю, что я могу оговориться, не так поставить акцент, проглотить. Думаю, так это сейчас они скажут. Он не выговаривает 30 букв русского алфавита, он еще вылезает нас учить, вести концерт. Конечно, у меня это больное место. Я сразу ищу, ну, хоть кто-нибудь одобрям с какой-нибудь глазами изображает. Но... Это касается не только каждого музыканта. Мы даем сольный, у нас сольный саксофон Сергей Шишки, у нас сольный тромбон Денис Шевяков. Где вы еще услышите? У нас сольная труба Евгений Чиненов, Игорь Кормилицын, Дмитрий Кривошеин. Сольный саксофон Павел Шарамко. Это разных поколений люди. Сольный валторно Виталий Рыбаков. Группа ударных изумительная, Сергей Савельев, который играет с нами шуточку этого. Вот Спиваковский оркестр. Он на ксилофоне это играет. И со страшной скоростью, и четкостью. Вот вы не расстраивайтесь, Марк Львович, потому что, вот согласно последним совершенно данным, всего 4% людей во всем мире интересуются классикой, классической музыкой и джазом. Их всего 4%. Это вот последняя статистика, да. Но вообще вот эта музыка, она доходит до подготовленного. Потому что вы же знаете, что такое музыка. Это физическое воздействие на человека, да, на ушные вот наши там перепонки, там барабанные и так далее. И идет, когда мозг... Если человек не подготовлен, он может и кричать, и свистеть, и заказывать мурку. Для нее это раздражительно. Если человек подготовлен, у него мозгу эйфория, потому что он понимает, что он слушает. У него возникает ассоциация с тем, что он когда-то слышал, знал приятные какие-то вещи. Поэтому... Красивые женщины, дети, любимая мама. Честное слово говорю, не говорю уже о набережной или о парке, где зелень шикарная. Поэтому как важно вот просто давать людям вот эту вот возможность послушать музыку и стать подготовленными, и они в следующий раз это услышат. Спасибо, вы меня очень поддержали, на самом деле. А что касается детей, вот вы несколько раз сказали про детей, тоже вот позволю себе вот такое исследование сказать, о нем рассказать, что спустя год занятий музыкой у детей, вот это вот мозолистое тело, которое существует у нас между двумя полушариями, начинает формироваться. И связь между двумя полушариями, которые отвечают за разные абсолютно вещи, да, она устанавливается. Поэтому вот важность занятий музыки грандиозна. Поэтому я думаю, что вы начали заниматься музыкой во сколько? Сколько вам было? Так, первые занятия скрипкой начинались 8 лет, но они неудачно кончились. Меня застукали с папироской. Ну, папа курит, дядя курит, и я. А я нет, да? А я нет. Нужно, и нет, мама так-то скрипку обломала в меня. Ну, поэтому... Ну, в общем, довольно рано. И я хочу сказать, вот сколько я работаю, сколько я учился в разных учебных заведениях, причем в Дворце пионеров, это моя, даже была моя большая школа, чем музыкальная школа, потому что я там в трех оркестрах сразу, то есть в эстрадном оркестре на контрабасе, в духовом на басу, а в оркестре народных инструментов на ударных. Так. Балалайку я не усвоил. Вот это вот разносторонность, да? Вот
Подтверждает. И консерватории, в музыкальном училище, фестивали, встречи с разными музыкантами, джазовые фестивали, в том числе и здесь, когда я не жил еще в Куйбышеве, мы сюда приезжали несколько раз. Артек, Орленок, ну масса подростков и детей, с которыми я общался. Они все состоялись. Я про криминальные элементы из нашей среды вообще не знаю ничего. Потому что есть развитие. Хотя я любопытен к людям, я их люблю. Пока они мне не плюнули, но это естественно. Куда-нибудь. Но вы любите еще и танцевать. Еще одну аналогию проведу. Вот вы сказали, вот кто-то слушает, кто-то танцует. А вы же и слушаете, и танцуете. И это важно вообще и слушать, и танцевать. Потому что вот еще, опять же, шокирую вас еще одним исследованием, что люди против того, ну, которые вот сейчас вот занимаются тем, как учить детей музыке. Когда детей учат ритму, они сидят за партами и слушают. Не нужно сидеть, потому что человек воспринимает только стоя, только телом ритма, а не сидя. Вот сидя когда-то вот, как можно учиться, если вот ты так сиди смирно. Вот. Поэтому то, что вы еще и танцуете, подтверждаете. Ну, я танцую сейчас больше как дирижер за пультом. Да. Но вы же любите танцевать. Любили, да, люблю, действительно. Это такая движение, это ритмическое, это гимнастика для ума больше, чем для ног. Вот. Это организует, вот ей-богу. Да. Вы очень хорошую вещь мне сейчас напомнили. Когда я преподавал активно, я всегда учащихся или детей, или студентов заставлял играть только стоя, даже на больших духовых инструментах. Совсем иная отдача. Да. Он дышит, да, он стоит, он не дает то, что у него осталось. Поэтому он должен сидеть на краешке стула в оркестре. Любой, даже струнник, не говоря уже о духовике. И тем более это касается сольного исполнения. Поэтому наши солисты играют, конечно, стоя. Он выходит к микрофону, или я подставляю, и он встает. И публика, во-первых, это визуальный ряд, во-вторых, сразу слышно. Да, он не спину играет, коллеги, а играет зал. Вот у нас есть программа «Вот музыка, которая тебя удивит». Мы ее уже давали в нескольких школах, но вот сейчас я вспомнил про программу, которая называется «Музыка вокруг нас». Мы недавно работали в 35-й школе. Еще в нескольких школах. Ну, вот сейчас просто последняя была 35-я школа. Замечательная школа, замечательный директор. И они как-то очень хорошо отнеслись к нам. Там, правда, немножко оказалось, я думал, это придет 5-6 класс, так, а на первом ряду пришел? Сидит 2-3 класс. Я на них смотрю, спрашиваю, ну, это же прекрасно. Ты знаешь? Не знаю. А Пушкин, это там все, про Римскую Корсу, ты знаешь? Не знаю. А Пушкин, ты знаешь? Знаю. Я говорю, так слушай, у нас с тобой общий друг. Да, и мы начали вот так, так с ним общаться. У нас есть общие друзья. Да. И есть там несколько пьес у нас таких, типа «Слоненок» Генри Манчини или там «Розовая пантера». Вот они ее музыку, которую слышат только с экрана, вот мы ими тут и играем. А «Слоненок» же такая боевая вещь. И мы раздаем детям палочки барабанные, чоколы, колокольчики, бубенчики. Все, что, обо что можно стучать. О парту, там, или о стул, или о голову, кастаньеты. Ну, все, что собрали у себя. Совсем другой зал. Конечно. Все, они как захакали. Я нашему дирижеру говорю, Юрий Захарович, не забудьте палочки забрать. У нас еще концерт. Да, вот приобщили. Дети с удовольствием утащат это, и пусть тащат, ей-богу. Вот это тот случай, когда все бы отдал, только у них это запомнилось, что музыка — это та часть души, часть жизни, которая им всегда напомнит о детстве. Вот эта ассоциация очень глубокая, музыкальная. Она не зависит, если слух не поражен памятью, он будет всегда с ним до гробовой доски. Книга, к сожалению, я читатель совершенно профессиональный, книга так не держится в голове, ну, в моей голове, по крайней мере, как держится музыка. Даже видеоряд не так держится. Он стирается. Понятно. Вот у меня в голове он начинает путаться с другим, а музыка нет. Вот я слышал тембр саксофона или флейты, или скрипки, я никогда не забуду. А первое, что воспринимает человек, это тембр, и только потом ритм, да? Думаю, конечно. Сначала тембр. Конечно, высоту звука. Да. Который хочу задать и получить ответ, что для вас музыка? Что вообще музыка даже вот, ну, для вас и для человечества? Это же вот загадка. Это загадка. И я думаю, что мало кто даже может вот дать ответ. Вообще есть замечательный, был, по крайней мере, такой научно-исследовательский институт музыки. И я знаю, что его профессор, один из сотрудников, это профессор Гнесинского института, сейчас я вспомню, Дора... Дора
Ой, потрясающая женщина. Я иногда вижу ее на канале «Культура». Нет, если сейчас не вспомню. Ну, Ская, найти, Ская, какая-то Ская. Ага. Вот они изучали этот вопрос. Ну, вы же понимаете, для того, чтобы изучать вопрос, нужна база и нужны вложения. Да. А этого института уже нет. То есть она прекрасно... Институту Гнесиных повезло, что у них работает такой специалист, который знает про музыку все. Я просто своими словами, абсолютно ненаучными, даже антинаучными, скажу так. Если со времен пастуха, который играл на жалейке, пастуха, который собирал в лесу, там, или охотника, который охотился и рогом собирал вокруг себя там, друзей, ну, коллег, чтобы вместе охотиться, если лук, который из орудия охоты превратился в нечто звончатое такое, отсюда арфа, гусли, звончатые и так далее. Во что это сейчас все превратилось? Арфы, кларнеты, флейты, валторны, скрипки, контрабасы, виолончели. Черти что! И чем занимается электроника? Как электронная музыка? Значит, это нужно? Значит, это развивается? Да. Значит, мы прошли этот путь не зря? Значит, даже не зная, зачем это нужно, мы это имеем, мы это используем. И это останется в поколениях. Но наша-то задача взрослых людей здесь и сейчас, чтобы те, кто учится сейчас в школе, понимал, что истинное, есть истинное искусство, есть то, которое ты забудешь завтра. А то он, бедняга, бородатый, седой бородой, пытается вернуться к тем ансамблям, там, какие-нибудь Леся, Песя, которые слушал в детстве, и думает, что мне там не нравилось. А если он услышит, условно говоря, оркестром с музыкой Чайковского, и через 50 лет он придет, та же музыка Чайковского. Да, та же. Классика. Она почему и классика? Потому что нельзя, ни нотки нельзя. Правда, каверы появились, но все равно это музыка Чайковского. Сегодня мы играем фьюжн, там, фанк. Завтра появятся новые жанры, направления. Они уйдут и станут исторические, а классика останется. Да, поэтому... спасибо большое. У нас просто остается немного времени. Хочу все-таки, чтобы визуально зрители увидели и послушали, как вы выступаете. У нас есть сюжет, совсем недавно его снимали. Давайте посмотрим. Эти танцующие за всю Одессу не расскажут, они из другого города-курорта. У Самарского дворца ветеранов традиционные еженедельные танцы под аккомпанемент духового оркестра. Каждая такая встреча собирает не менее 100 человек. Татьяна Смирнова – постоянный гость. Долгое время занималась танцами во дворце ветеранов. Признается, душа всегда просит музыки. Любовь к танцам нас ведет сюда. Во-первых, удобно. Играет духовой оркестр, живая музыка. Напоминание о былом. Когда погода позволяет, как, например, в этот раз, уличный простор сменяет стены актового зала. Здесь уже трубам и фанфарам есть где проявить себя в полной мере. В репертуаре самые разные мелодии. И вальс, и танго, и духовые версии любимых песен. Мы всегда во дворец ветеранов идем с большим удовольствием, так как здесь самые-самые благодарные слушатели и участники, они сопереживают с нами те произведения, которые мы и для них исполняем. Танцы в Самарском дворце ветеранов – дело привычное, и музыкальное разнообразие есть на любой вкус. Если хочется живого исполнения – встречи с духовым оркестром. Для любителей современных хитов – дискотеки по воскресеньям. Вальс, полонез и мазурку танцуют на весеннем и осенних балах. Мы стараемся максимально вот эту двигательную активность ветеранам дать возможность прочувствовать в разных направлениях. И у каждого есть свои зрители, свои участники. Это разные люди, разные встречи. И я говорю, что каждая такая встреча, к которой готовится. Правда, на лето танцы под духовой оркестр берут перерыв. Муниципальный музыкальный коллектив будет выступать на набережной и в городских парках. А самарские ветераны за это время успеют соскучиться по любимым танцам. И осенью придут с новыми силами.
спрашивала вас про публику, здесь увидела в основном уже, не обидеть пожилых людей. Нет, но это тоже часть нашей работы, теперь она не самая большая, когда-то было больше, но просто мы тоже растем, созрели, у нас есть программы для детей, о которых я сейчас слово скажу. Очень коротко. Но прежде всего хочу пригласить нашу публику, телевизионную публику, прийти на концерт 22-го 18 часов в Струковский сад, в Летний театр. Там увидите другую публику, других себя, других нас. Вот это очень хотел бы. Два момента, две вещи. Вот музыка, которая тебя удивит, это программа для детей, которую мы проводим. «Когда мои друзья со мной и дружат дети на планете». Ага. Что такое, если программа «Призвание музыка» и музыка, которая тебя удивит, это больше такое знакомство с самой музыкой, с инструментами, то «Когда мои друзья со мной» — это когда дети разных народов поют и исполняют свою музыку. Угу. Это тоже очень важное направление. Оркестр, мы ее инструментуем. Угу. И когда ребенок слышит свою татарскую мелодию в исполнении оркестра, вот, может быть, благодаря этому это мы... Восторг, наверное, какой-то, да? Это восторг, это совершенно иное. Или там башкирский танец, дети танцуют. Вот, кстати, благодаря этому мы будем работать на всероссийском Сабантуе 29-го. Там у нас с татарскими детьми, с татарской публикой много музыки. Когда, допустим, еврейские дети поют русские песни, русские дети поют грузинские песни, грузинские дети поют армянские, армянские поют еврейские. Как сейчас это очень своевременно, актуально. Это им суперинтересно. И вторая идея, которую, я надеюсь, она мне была подсказана одной марийской шикарной скрипачкой, музыканткой. Ну, я назову ее национальность, хотя не в тем дело. А это важно. Она говорит: слушай, давай сделаем так, что мы будем петь... мы будем петь, дадим отделение своих песен, твоих песен, русских песен, казахских песен. Я говорю: слушай, ну это какие нужны размеры концерта? Но мысль мне понятна. Да. Я понимаю, что она хотела. Да. Очень много у вас идей. Ничего, все, мы уже заканчиваем. Да, я уже понял. Вы разоружились. Да. Я хочу, чтобы все у вас сложилось, получилось, и чтобы как можно больше и горожан, и приезжих, благодаря вот таким открытым концертам, полюбили музыку и приобщились к ней. Можно потому что вам? Музыка — это прекрасно. Спасибо, спасибо, приходите. Вы замечательные. Прощаюсь я и с вами. До свидания. Спасибо. Чао.